Я ще раз вітаю наших глядачів в актуальному інтерв'ю. Сьогодні будемо продовжувати тему про загострення психічних розладів під час весняного періоду. Про те, як боротися із посттравматичним стресовим розладом, будемо говорити із гостею студії, психологом Валентиною Проніною. Доброго вечора, наші гості. Що таке посттравматичний стресовий розлад і як і що спричиняє його появу у людей? Ну, посттравматическое стрессовое расстройство – это комплекс симптомов, которые появляются у человека спустя некоторое время после травмирующего события. То есть это, начиная от 3-6 месяцев и выше. Если травмирующее событие только случилось, и мы видим симптомы, шок, агрессия, эмоциональная нестабильность, то это стрессовое расстройство, то есть сразу после события. Если симптомы появляются спустя некоторое время, то это уже посттравматическое стрессовое расстройство. И оно появляется вследствие того, что психика человека не может самостоятельно справиться с пережитой травмой, которая была, травмирующее событие. Травмирующие события могут быть самые различные. Если так сказать общими словами, то травма психическая – это когда в твоей жизни происходит такое событие, после которого ты уже не можешь быть и жить так же, как жил до. То есть что-то происходит, и ты уже жить как прежде не можешь. Или это какая-то потеря, или это какая-то болезнь, или даже может быть потеря работы, даже может быть развод. То есть очень много факторов, которые мы можем назвать психическая травма. Угу. Ничего звідки не з'являється и никуда не зникає. Да, так? Всему есть причина. Угу. То есть и вот комплекс симптомов посттравматическое стрессовое расстройство, когда человек вроде как уже социализировался, вроде как время после травмы прошло, и он вроде живет обычной жизнью, но вдруг появляется какая-то немотивированная агрессивность, человек плохо спит, нарушение сна, очень, очень самый типичный признак того, что идет это посттравматическое стрессовое расстройство. Флешбеки. Флешбеки – это вот в течение дня, не во сне, человек услышал звук, услышал какой-нибудь запах, появился в месте, которое напомнило вдруг бывшее событие. И тут в этот же момент он чувствует психическое напряжение, и ему кажется, что он оказался вот как будто вот в этом событии. То есть он как будто погружается в это событие, как в сон наяву. И учащается сердцебиение, может случиться паническая атака. То есть это очень неприятное состояние, и человек начинает пугаться. Може бути так, що людина там довгий час знаходиться в якомусь там депресивному такому стані, пригніченому просто, не розуміючи, якого приводу. Да, да, такое тоже может быть. Тобто треба шукати там десь в собі, що сталося. Да, раніше. Напередодні. Да, тут, не напередодні, а где-то вот месяц назад, 3 месяца назад, полгода назад. То есть вот депрессивное состояние человека, оно уже идет как следствие. И первой ласточкой это нарушение сна является. Очень внимательно нужно относиться к своему режиму сна. Багато фахівців пов'язують подібні симптоми із весняним періодом. Це так чи ні? Весною загострюються подібні стани? Да, да, это дополнительный фактор к тому, чтобы психическое состояние стало нестабильным, потому что ухудшается иммунитет, не хватает определенных витаминов, питание, вы знаете, что ли, весной не настолько полноценное, какое может быть осенью и летом. И нервная система тоже, для ее хорошей работы требуется много питательных, правильных веществ, которые человек в зимний период может недополучать. Витамин D, солнечной энергии не хватает. И все это в комплексе, это все дает вот такие вот еще дополнительную тяжесть на психическое состояние. Угу. Якщо людина відчула подібні симптоми, що треба робити? Ну, в первую очередь нужно
очень внимательно отнестись к своему физиологическому состоянию. То есть нужно исключить какие-то соматические, какие-то болезни, физиологию. То есть желательно сдать анализы, желательно сходить к врачу, пройти какое-нибудь комплексное исследование. И если уже врачи не найдут никаких таких вот физиологических патологий, сердца, гормональных патологий, то тогда самый лучший выход – это обращаться к специалисту, к психологу, к психотерапевту. Це тривалий час лікування? Это зависит очень, это очень индивидуально и зависит от состояния здоровья человека, от его психических ресурсов, от его социального окружения, насколько, в каких он условиях сейчас находится и насколько поддерживающая вокруг его среда. Очень много факторов. Очень усугубляет состояние злоупотребления алкоголем, потому что алкоголь, как правило, начинают использовать сначала как поддержку. Вот есть эмоциональное состояние нестабильное, выпил 50 грамм, расслабился, стало легче. Вначале это может быть даже ресурсом, чтобы успокоиться и заснуть. Но когда это происходит каждый день, и когда единственный способ поднять себе настроение оказывается пиво или водка, ну, алкоголь, то... Вместо ресурса это превращается в очень большую проблему, и тогда уже, когда все это вместе накладывается, то тут уже нужна комплексная помощь и нарколога, и психолога, и психотерапевта, и это уже действительно большая проблема. И работать надо еще и с семьей. Ви, фахівець, психолог, наприклад, можете визначити одразу таку людину, що в неї проблема, прийшли до вас? Поговорити, наприклад. Визначаєте одразу? Смотрите, психолог діагноз ПТСР не виставляє. Діагноз ПТСР може виставити психіатр. То есть я могу порекомендовать обратиться к психиатру и сказать, что ну, вот, вам желательно было бы получить консультацию, потому что психиатр может поставить этот диагноз. И при диагнозе ПТСР очень часто нужна медикаментозная поддержка. А медикаменты может выписать только психиатр. Только доктор. Так. И еще очень много случаев домашнего насилия тоже. А что делать? Ну, такая людина, яка там робить якісь насилля, вона не відчуває, вона не погоджується з тим, що саме в неї проблема. Ну, если она приходит к психологу, то уже она понимает. Но самое частое у нас такой запрос, это запрос от семей. То есть сами ребята, сами... Это пострадала сторона, зазвичай. Да. Ну как, тут получается обе стороны, в принципе, страдают. Но обращаются, как правило, мужчины не хотят обращаться, приходит женщина и говорит, сделайте с ним что-нибудь. И тут приходится... Чему так? Чему человеки редше? Ну, потому что... У нас нет культуры психологической, у нас нет понимания, что обратиться к психологу – это так же нормально, как сходить к семейному врачу. Это вот в Европе, в Америке, везде это уже есть, и это вот сейчас наше молодое поколение, которое 20 лет, 25, вот они это понимают. И они ходят и парами, и молодые ребята, и девчонки, и это очень сильно радует, потому что вот это новое поколение, оно уже понимает, что такое психолог, и гораздо проще к психологу походить 5-6 раз, поработать со своей какой-то проблемой и не тянуть эту проблему в свою жизнь. Вот сейчас меня это очень сильно удивляет и радует, что молодые это все понимают. А вот люди постарше, у них еще есть стигма: психолог равно психиатр, равно карательная психиатрия, равно я ненормальный. То есть это надо разбивать, и люди должны понимать, что психолог работает с нормальными, здоровыми людьми. Вы нормальные, да, что да, пришли да, до психолога. Это абсолютно, это даже показатель такой зрелости эмоциональной, интеллектуальной. То есть это абсолютно нормально. А ще існує така думка, що розмова з другом, наприклад, може стати таким? Да, є така вещь, як контейнування. Тобто є така методика при роботі з психологом, коли психолог сидить і слухає, а чоловік розказує. Є определенні процеси в головному мозку, які відбуваються при розмові.
И при разговоре, просто когда уже человек просто говорит, уже снимается напряжение, и да, ему становится легче. Но тут вопрос, насколько ваши близкие люди могут это выдерживать? Это тяжелая работа, выдерживать разговоры тяжелые, выдерживать тяжелые воспоминания, и люди инстинктивно отстраняются от этого. И для того, чтобы получить вот это пространство, просто хотя бы поговорить, должен быть рядом специалист, который выдержит это все и знает, что с этим потом делать. Це про людей більше дорослих, старшого покоління, як ви вже сказали. Но існує така думка, на те є друг, щоб послухати там. И в мене була можливість висловитися якось. Да, ну вот, конечно, если вы своего друга не бережете и готовы его использовать как мусорное ведро, можно, конечно. То потому что в данном випадку психолог, как сміттєвий бак, такий. Да, 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 да. Ну, часть работы как раз в этом, ну, тоже состоит. Ну, небольшая часть, но она состоит. И ко мне приходят вот такие вот люди, которые для всех друзья, которые слушают, а потом сами в такой депрессии оказываются. И говорят, ну не понимаю, ну с чего это вдруг? Так, ну, а депрессии інших людей або ж розлади, вони можуть впливати і на цілком здорову людину, яка, наприклад, там не відчувала нічого поганого. Да, да, потому что люди емпатичны, те, которые слушают, они подключаются к этому рассказу, и они это переживают сами тоже. И они тоже испытывают физиологические симптомы. То есть, вот я, когда работаю с клиентом, я слушаю его, у него сердце бьется, у меня сердце бьется. Я даже по своему состоянию физиологическому понимаю, что с ним происходит. И я могу контролировать этот процесс, я могу вовремя как-то остановить, привести вот, с помощью методиков. Для этого есть специальные приемы? Да, да, специальные практики, чтобы человек не зашел в свою травму далеко. А не специалист, он сидит и вот это вот все вместе с ним переживает, и это называется ретравматизация. Якщо людина повернулася з війни, і що має стати для неї маркером про те, що в неї є якісь психічні проблеми? Когда изменяется качество жизни, когда нет радости, когда ты понимаешь, что раньше тебя это радовало, а сейчас не радует, когда есть немотивированный гнев, который направлен на детей, на животных, на жену, то есть ты, ну, это не те люди, на которым нужно отвечать, там, агрессия на агрессию, допустим, а это такие беззащитные твои близкие, и вдруг на них выливается такая неконтролируемая агрессия. Это сигнал к тому, что что-то надо с собой делать, как-то надо себе помогать. Ну и вот нарушение сна, в первую очередь, нарушение сна, нарушение аппетита и изменение качества жизни, апатия, депрессия. Кроме того, что сон может быть плохой, другая сторона, сон может быть длительный, человек все время хочет спать. Угу. Это тоже как симптом. Що ви порадите нашим глядачам у цей час, коли там і пандемія, і дуже складна інформаційна ситуація, і взагалі весна, як ми вже сказали, що порадите робити, аби полегшити? Ну, в первую очередь, я бы посоветовала исключить информационный мусор, который вот люди привыкли потреблять. То есть, если у вас фоном телевизор, реклама, все, то есть люди привыкли даже засыпать под телевизор. То есть надо понять, что тишина – это твой друг, и надо уметь быть в тишине и понимать, что так же, как нам надо накапливать психический ресурс, нам его нельзя тратить зря, чтобы он утекал. И когда ты насмотрелся по телевизору таких плохих новостей, и твои мысли ушли туда, как все плохо, и там все плохо, то есть ты сидишь в теплой комнате, ты сытый, у тебя все рядом, все здоровы, все хорошо, у тебя работа есть и красивый дом, а тебе плохо. А почему? Потому что ты вот подключился, и все, и твоя пошла такая мысленная работа, пошло мысленное такое отравление, самоотравление. И обратиться за помощью к специалистам. У нас там есть кейс-менеджеры, психологи, есть юридическая помощь,
і допомога в пошуку роботи. Ну що, дякую вам за поради, будемо здорові. Всі ви, і ми, і фахівці, і звичайні люди. Дякую вам. Я ще раз дякую нашій гості. Психолог Валентина Проніна була у нашій студії. Говорили про те, як боротися із посттравматичним стресовим синдромом, який загострюється під час весняного періоду також. Дякуємо за увагу. Будьте здорові, залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі!